Приветствую вас. Я думаю, что сначала надо уточнить, кому вы задаете вопрос. То есть, грубо говоря, какой раздел вы задаете вопрос. Понимаете, очень похоже, что вы задаете свой вопрос в раздел эзотерика, потому что есть дата вашего рождения, дата рождения, собственно говоря, вашего мужа, вот, а психологам, если так честно, дата-то рождения не нужна, потому что психологи с датами рождения не работают. То есть, если вы ошиблись, то я очень вам рекомендую обратиться именно в раздел эзотерики, там вам более, скажем так, адресно помогут. Вот, если можно так выразиться. Вот, хотя, возможно, вы все-таки обращались к психологу и тогда вот в таком случае, если вы обращались к психологу, то мы постараемся вам помочь. Правда, для этого вы, на мой взгляд, слишком мало предоставили о себе информации, слишком мало. И из этой информации, собственно говоря, очень сложно сделать какие-либо выводы относительно того, что вообще с вами происходит, и относительно того, какие у вас сейчас на текущий момент проблема. Вот. Совершенно очевидно, что когда-то все было хорошо, совершенно очевидно, что когда-то все было нормально, а сейчас на самом деле появились какие-то проблемы, вы говорите, что у вас боль и обида в душе, но ведь у боли и у обиды есть свои причины. По крайней мере, они, эти причины, собственно говоря, должны быть. Причины боли и причины обиды. Поэтому я предлагаю вам разобраться с тем, почему, по какой причине у вас, собственно, боли, по какой причине у вас обиды, на что, от чего у вас боль и на что у вас обида. Что вы понимаете под болью и что вы понимаете под обидой? На мой взгляд, это очень-очень-очень важные вещи, без которых вряд ли можно рассчитывать на то, что у вас что-то получится разобрать. В идеале, конечно, вам нужно обратиться к семейному психологу для того, чтобы, грубо говоря, рассмотреть всю вашу историю, вот, но раз уж вы этого не сделали, то, соответственно, приходится работать с тем, что есть. Если мы работаем с тем, что есть, то для начала нужно рассмотреть то, как вы понимаете для себя обиду и как вы понимаете для себя боль. На данный момент мне показалось, что вы хотите избавиться от обиды и избавиться от боли. Но при этом очень важный момент, как вы хотите это сделать. То есть, как вы хотите избавиться от боли и как вы хотите избавиться от обиды. То есть, что для вас конкретно значит избавление от этого. Вот. Ведь обида это завышенные ожидания, к примеру, обида – это завышенные ожидания, а боль – это сигнал о том, что какие-то вещи вы делаете неправильно, что-то вы делаете неверно, и, соответственно, ваше поведение, оно причиняет вам, к сожалению, очень большой и серьезный негатив.
Дело здесь не в муже, а в первую очередь в вас и в том, как вы разграничиваете, как вы распределяете ответственность, чего вы хотите, что вам нужно, ну и так далее. То есть, на мой взгляд, опираться здесь нужно именно на это. Обиды — это ожидания, в основе любых ожиданий лежат желания, которые вам нужно реализовывать, опять же, в идеале самостоятельно, но вы по какой-то причине можете возлагать ответственность за них на своего, в том числе и мужчину, и вот это является уже кардинально неверной позицией, потому что ничего кроме негатива, ничего кроме злости это вам не даст. Ну, вы, наверное, уже и сами это поняли. Вот. Так что и с болью, и с обидой, в принципе, можно и нужно работать, и с болью, и с обидой, в принципе, можно и нужно разбираться, но в первую очередь именно с вашими болью и обидой, потому что вы, именно вы испытываете их, я полагаю, вот. То есть это то, что крайне важно разобрать. Это то, что крайне важно рассмотреть нам с вами. Без этого можно, в общем, с полной уверенностью сказать, что отношения с мужем у вас будут ухудшаться дальше. Вот. Вы говорите, что у вас нет чувств к мужу, вот, своему. Возможно, у вас нет чувств, но вы не сможете этого понять до тех пор, пока, собственно говоря, вам мешает ваша боль и обида. И чтобы понять, есть у вас, к примеру, чувства или нет, нужно все-таки сначала от боли и обиды избавиться, нужно все-таки сначала более обиду разобрать, возможно, нужно взять ответственность вам на себя за них. И вот уже после этого можно будет говорить о таких вещах, как чувства. Потому что сейчас у вас чувства, к примеру, могут быть, но они у вас погребены под завалом обиды и боли, вот. Так что, я полагаю, что вот так. Таким образом, нужно проанализировать, что именно и как вызывает у вас боль и обиду, и уже после этого, значит, можно будет что-то рекомендовать. Но, как правило, все начинается с анализа, да? То есть вы со своим мужем живете уже, я думаю, не первый год. Кстати, если у вас дети. Вы со своим мужем живете уже не первый год, и, соответственно, я полагаю, что когда-то все было хорошо, а потом начало портиться. Вот примерно с этого момента, именно с того момента, когда начало все портиться, и нужно начинать исследование, нужно исследовать. Вот. Мне кажется, что это
принципиальная история. Мне кажется, что это прям принципиально важный момент. Дальше. Значит, так. Не знаю, порой после негатива в душе будто бы тогда к нему, не знаю, что со мной. Вы говорите, что есть привычка и привязанность. Как это проявляется? Как это проявляется? Я имею в виду привычка и привязанность, если они есть. Именно, ну, конкретно. И когда вы, допустим, поняли, что у вас вот она самая, то есть привычка и привязанность. Когда у вас появилось понимание данного аспекта. Если у вас, как вы говорите, привычка и привязанность, то с одной стороны нужно понять, в чем это выражается, вот. А с другой стороны, крайне желательно, чтобы вы аргументировали, почему, к примеру, не уходите от мужчины, от своего мужа, несмотря на, к примеру, то, что у вас нет чувств. Вот. То есть, либо вы считаете, что это нормально, либо вы считаете, что, значит, ну, быть в отношениях без чувств, это в порядке вещей, либо есть что-то, что действительно вас удерживает, но в этом случае нужно все-таки выяснить, что именно. То есть, о чем именно идет речь конкретно. Вот. Что конкретно вас удерживает с мужчиной, вот, ну и, соответственно, не обманываете ли вы себя, говоря о том, что вас только привычка и привязана. Вот. Что касается того, что у вас в душе пустота после его негатива, то это связано с тем, с одной стороны, что вы слишком много ждете от своего мужа, на мой взгляд, слишком много ждете от своего мужа. С другой стороны, это связано с тем, что вы принимаете на свой счет вот то, что он говорит. То есть вы думаете, что, ну, как бы, что все дело в вас, вы думаете, что именно вас проблема. Вот. На самом деле, забывайте о том, что у мужчины ведь могут быть тоже свои какие-то сложности, свои какие-то проблемы, и вот это вот вы как бы исключаете из своего кругозора, из своего восприятия ситуации, а зря, потому что очень это важный момент, очень это важная история, вот. И здесь, конечно, крайне важно, чтобы вы отграничивали, себя и то, что происходит с вами, от своего мужа, вот, у которого могут быть свои, не имеющие отношения к вам, проблемы. Вот. Очень важно, чтобы вы ограничивали одно от другого. Вот, потому что без этого, ну, будет вам достаточно
тяжело. С другой стороны, тот факт, что вы так делаете, то есть воспринимаете все, к примеру, на свой счет, говорит о наличии у вас определенной неуверенности в себе, ну, определенных, скажем так, определенных проблемах. И, соответственно, очень важно эти проблемы найти, чтобы вы все-таки как можно независимо воспринимали то, что говорит вам ваш мужчина, то есть то, что как проявляет себя мужчина. Вот. Мне кажется, это принципиально важный момент. Один из принципиальных моментов. Вот. По-моему, ему тоже нужна поддержка, как и вам. Возможно, ему тоже нужна помощь, как и вам. Вот. Но только, как бы тут только в том, что он не имеет возможности это попросить у вас, он не имеет возможности заявить об этом, ну, по ряду причин. Вот. И, соответственно, это, возможно, у него негатив. Я рекомендую вам, конечно же, прислушаться к тому, что сказал мой коллега Александр Ковальчук. Вот, он рекомендует вам в большей степени, да, заняться собой, в большей степени обращать внимание на себя. Вот, я считаю, это правильно, это очень хорошая рекомендация, вам нужно действительно это сделать. Вот, потому что если вы не будете обращать внимание на себя и не возьмете в свои руки свое благосостояние, то могут быть серьезные проблемы у вас. Вот. Так что смотреть и решать, конечно, вам, разбираться тоже вам. Ну, то есть думать, как поступать. Тоже вам, вот, готовы ли вы работать в данном направлении, тоже вам. Вот, в теории можно было бы проконсультировать вас обоих, да, то есть, чтобы вы вот вместе с, допустим, своим мужем обратились бы к нам за помощью, вот мы бы с вами двумя поработали бы, вот, и выяснили бы уже какие-то системные проблемы, вот, которыми можно было бы уже что-то сделать, и тогда уже можно было бы давать вам определенные рекомендации. Вот. Пока что все это на уровне, вот, исключительно на уровне предположений, исключительно, что, конечно, не является чем-то хорошим. Вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.